Мастер-классы, угощения и беседы по душам. В честь Дня матери в Люберцах прошел «Добрый завтрак». Мероприятие для многодетных семей устроил благотворительный фонд «Исток». Пока мамы наслаждались отдыхом, дети учились готовить под чутким руководством опытных поваров. С праздничным меню и программой «Доброго завтрака» ознакомилась и наша съемочная группа. Готовим первый раз, нам нравится, это классно. Приготовить пасту, капкейки, пряничные медальоны и необыкновенные сэндвичи. Кулинарные мастер-классы увлекли гостей не на шутку. Под присмотром профессионалов дети учились азам готовки. Для благотворительного фонда «Исток» такие добрые завтраки уже традиция в Подмосковье. В четвертый раз мы собираем на площадке «Доброго завтрака» мам. И являюсь мамой пятерых детей, я в полной мере знаю, что такое материнство. Я, конечно, всех мам присутствующих поздравляю с сегодняшним праздником. Я желаю вам хорошего настроения. На трогательное торжество в честь Дня матери пригласили 18 самых активных мам, в чьих семьях дети с ограниченными возможностями, а также многодетных мам. У Надежды Макшовой четверо детей, и этот праздник для нее стал лучшим подарком. Мероприятие дает побольше времени проводить со своими детьми, что очень сложно на сегодняшний день в связи с нашей такой постоянной напряженной жизнью. В своих детях ты видишь продолжение себя. Это огромное счастье. Мамы на празднике тоже не скучали. Для них психологи провели полезные мастер-классы, направленные на сближение с детьми. Параллельно с занятиями всех угощали блюдами, а еще каждый участник мог пообщаться с почетными гостями. Хочу заметить, что с каждым годом оно становится все более широким, потому что первоначально оно задумывалось как вот такой небольшой клуб общения именно для таких категорий, для того, чтобы у мам была возможность поделиться своими радостями, проблемами. А еще каждая мама в этот день получила подарки от фонда «Исток», а главные, сделанные с любовью, им вручили их дети. Анна Троян, Алексей Курский и Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.